Друзья, здравствуйте! Как всегда, с вами Айбек Иксо, и я сегодня хочу вам рассказать трех вариантов инвестиций для начинающих и для профессионалов. Также расскажу про гарантии, которые наша компания обеспечивает для инвесторов. Каждый человек может себе выбрать ту именно инвестицию, которая ему больше подходит, поэтому наша команда разработала три варианта. И мы сегодня говорим именно про те инвестиции, когда вы можете прийти, то, что вы инвестировали, можете попробовать, потрогать руками, посмотреть и так далее. Конкретно это проект Узбекери. Это узбекская пекарня, узбекское кафе небольших форматов. Наши основные форматы все до 100 квадратов. Есть на моем канале очень много видео, когда я рассказываю от начала до конца полностью бизнес-модель, каким образом работаю, как мы обучаем, какой фундамент нашей франшизы и так далее. Это конкретно видео, это только для инвестиций. Я хочу рассказать, какие условия у нас про инвестиции, потому что, когда я говорю в разных роликах про инвестиции, мне много пишут, чтобы я подробно рассказал, какие варианты есть. Для того, чтобы каждому человеку не писать отдельно, я решил записать такое общее видео. Итак, когда любой человек инвестирует, хочет получить пассивный доход или он хочет заработать деньги, он сталкивается с тем, что инвестиционное предложение может быть там очень сложные какие-то акции, облигации и так далее. На самом деле очень много людей не понимают ни криптовалюту, ни акции или другие объекты инвестирования, и получается то, что ты куда-то отправляешь деньги и непонятно, когда у тебя будет доход и так далее. Тут мы предлагаем конкретное владение с самим кафе, точка, то есть каждая точка, куда проинвестировал инвестор, будет принадлежать юридически инвестору. А наша управляющая компания будет управлять и предоставлять гарантии возврата средств, если инвестор по каким-то причинам хочет выйти из бизнеса или решит, что этот бизнес для него не подходит. Да? Соответственно, такие гарантии не дает ни одна компания. Мы гарантируем 100% возврат средств инвестора. Итак, первый вариант инвестирования. Вы инвестируете на открытие точек 2-2,5 миллионов рублей и получаете фиксированный процент от оборота. То есть вас не волнует, сколько прибыли в компании. Вы видите в режиме реального времени каждую транзакцию, и вы будете видеть все наши расходы, все доходы. У нас абсолютно все открыто. И в режиме реального времени мы установим приложение на ваш телефон, и вы можете по камерам смотреть каждую точку, и вы можете смотреть монитор самого кассира, даже купюры или оплата карты, которая проходит. Вы будете видеть это в своем телефоне также по камерам, где бы вы ни находились. Вам нужен только доступ в интернет. Итак, уникальность первого варианта, когда вы 100% не рискуете, 100% риск в управляющих компаний. Что бы ни случилось с точкой. Если точка будет в минусе, мы вам возвращаем деньги, или вы получаете в постоянном режиме, без ограничения сроков, проценты от оборота. Условия будут чуть дальше. И мы переходим на второй вариант инвестирования. Второй вариант инвестирования, когда вы получаете процент от прибыли. Когда вы можете во втором варианте стать активным участником, да, то есть какую-то можете взять себе функцию. Это больше подходит, например, для предпринимателей, да, для тех, кто уже в ресторанном бизнесе, и они хотят тоже, имеют и другой бизнес еще основной, да, и еще хочет открыть ресторан, и будет быть активным участником. И вот для этих людей подходит второй вариант инвестиций. Во втором варианте инвестиций вы получаете процент от прибыли. Мы с вами работаем 50 на 50. Управляющая компания получает 50% от прибыли, а наш инвестор получает 50% от прибыли. Если посмотреть по деньгам, естественно, второй вариант инвестиций по деньгам выше, чем первый вариант инвестиций. На втором варианте инвестиций риск 100% у инвестора. Если будет, например, какие-то колебания, какие-то месяцы там могут быть там в минусе, да, то есть инвестор полностью покрывает эти расходы. Этот вариант больше подходит для активных участников, для предпринимателей, которым риск в жизни, да, это образ жизни. Поэтому это кайф определенным образом. Поэтому мы, соответственно, смотрим, общаемся. Если наши ценности совпадают, с удовольствием мы начинаем работать именно таким образом, потому что не каждому предпринимателю нравится управлять точками, поэтому мы управление берем полностью на себя. Итак, третий вариант инвестиций – это больше, скажем так, для профессиональных инвесторов, которые привыкли считать и получать инвестиции в годовых. Итак, мы вам гарантируем доход годовых 20%. Итак, вот наши варианты. Узбекери Инвест. Это мы начинаем, да, сразу говорить, это больше не франшиза, это больше, скажем так, такое партнерство с инвестором. Инвестор вкладывает свои деньги, управляющая компания полностью управляет. Отмечу, что управляющая компания состоит из экспертов, которые там проработали больше 15 лет в этом направлении. Все наши эксперты будут знакомы со всеми инвесторами, и вы сами убедитесь в компетенции этих людей. Это действующие эксперты и профессионалы своего дела. Соответственно, люди, которые занимаются ресторанным бизнесом, они у этих экспертов учатся, вместе работают, вместе управляют. И эти эксперты будут лично управлять со всеми ресторанами Узбекери. Итак, переходим на конкретные условия, которые мы предоставляем инвестору. Первый вариант. Инвестор получает 5% от выручки, от оборота, не от прибыли, фиксированно. Вы проинвестировали на точку в зависимости от его формы, местоположения и так далее, и вы получаете ежемесячно 5% от оборота. Для того, чтобы вы поняли, вы можете, например, у себя в городе узнать примерно какие-то похожие размеры, форматы там заведения, узнать, какая у них месячный оборот, и сами
Не я буду вам говорить, и сами возьмете, и сами подумайте, сколько будет ваш заработок. Соответственно, если, например, будет оборот там средний, например, там, скажем так, какой-то региональный, как бы возьмем, или, например, какие-то наши, где-то там, например, в странах там, Средней Азии, да, там, например, 2 миллиона, это значит ежемесячно 100 тысяч. 2-3 миллиона, это значит 150 тысяч, да. Если будет выручка 10 миллионов, вы ежемесячно будете получать 500 тысяч рублей, да. Это гарантированно, вы ничем не рискуете. И полностью 100% риск на нас. Выплаты осуществляются ежемесячно, до 20 числа каждого месяца. Вы получаете за предыдущий месяц полностью от оборота ваши деньги. И также здесь мы, соответственно, указали, вы ничем не рискуете. Мы все, как управляющая компания, берем на себя. Это был первый вариант инвестиции. Второй вариант, это когда, как я уже как бы говорил, вы можете быть активным участником, можете не быть активным участником, но вы будете получать пассивный доход от чистой прибыли. 50% за каждую точку, которую вы откроете для себя. Соответственно, средняя окупаемость вложения, да, не превышает. Если вы открываете большую точку, например, драйв-тру, большой ресторан, средняя окупаемость все равно большого самого формата не превышает 30 месяцев. Соответственно, маленькие форматы, они окупаются быстрее. Но есть люди, у которых есть свое помещение, это довольно-таки большое помещение, там они делают драйв-тру, большой ресторан. У нас сейчас там несколько есть проектов, которых делают именно в большом формате. Даже на большом формате средняя окупаемость вложения не превышает 30 месяцев. Да? Если, соответственно, мы с вами договорились, и вдруг получается то, что мы не вышли даже на тот период окупаемости, который мы с вами договорились, даже при этих условиях мы возвращаем вам деньги и точку оставляем себе. Следующее, это как раз-таки про то, что я вам уже проговорил. Инвестор является 100% учредителем, единственным учредителем юридического лица. Управляющая компания управляет прозрачно, точка, и мы с вами имеем договор управления и, соответственно, договор гарантии, да. Если что, мы вам возвращаем ваши деньги. Следующий пункт, это больше для новичков, когда человек может от 500 тысяч, может быть совладельцем точки. Например, мы нашли место, и мы оценили, соответственно, сколько это будет точка, например, открываться там за 2 миллиона, например, если это побольше места, 3 миллиона, если это вообще большой ресторан, там 5 миллионов, да. И, соответственно, из этого лота вы можете зайти, взять маленький кусочек. Если, например, точка 2 миллиона, и у вас, например, 500 тысяч рублей, и вы получаете 25% от этого ресторана. Вы официально совладелец, и также заходите в состав учредителей, вы становитесь владельцем. И также на другие части выходят, собираются 4 человека, и вот она открылась одна точка, и чистая прибыль будет разделяться на 4 части. И таким образом тоже можно инвестировать. Как я уже говорил, что инвестор видит абсолютно все, да, то есть не только показатели, расходы, доходы, режим реального времени, но даже во время запуска инвестор видит, соответственно, за сколько мы купили плитку, за сколько мы купили, например, тот же самый плиточный клет, сколько мы заплатили как бы рабочим, сколько нам обошлось создание как бы этой точки. И вы можете в режиме реального времени проверить абсолютно все цифры и убедиться, что даже у нас процесс самого создания самой точки, она абсолютно прозрачна. Потому что, когда я называю цифры, некоторые мои, например, коллеги-рестораторы говорят: «Айби, как ты вот за такие деньги ты можешь как бы качественную точку открывать?» Да просто все, потому что нет системы откатов, абсолютно все прозрачно, поэтому когда ты делаешь все открыто и все прозрачно, запуск ресторана не стоит несколько миллионов долларов, да? Те даже рестораны, которые стоят а-ля типа несколько миллионов долларов, фактически себестоимость, она далеко не такая. Поэтому у нас этой системы нет. Мы полностью показываем от начала до конца каждую себестоимость, и поэтому каждый наш инвестор уверен и в любой момент может посмотреть любые цифры. Это, соответственно, процесс создания ресторана и плюс процесс управления, абсолютно все прозрачно. Здесь мы, понятно, про прозрачность написали. Следующее. Сумма инвестиций в одну точку 2,5 миллионов рублей. Это для Москвы. Соответственно, у нас в Бишкеке на точке обходится, например, 2 миллиона рублей. В Москве там это будет дороже, с учетом того, что у нас здесь немножко дороже рабочая сила, да. Соответственно, есть платежи первый-последний месяц там инвестор на помещение и так далее. В среднем мы выручку возьмем самую минимальную, выручку среднего от торговой точки, если даже в месяц будет 1,5 миллиона рублей, при 5% это будет гарантированно 75 тысяч рублей. И представьте себе, если вы купили квартиру за 2,5 миллиона рублей, вы никогда его не сдадите ежемесячной выплатой за 75 тысяч рублей. Квартира, которая сдается в Москве за 75 тысяч рублей, он как минимум стоит около 20 миллионов рублей. Плюс вы еще в квартиру будете там ремонтировать, вам все это управлять и так далее, и так далее. Тут мы делаем все сами. Также для Москвы мы страхуемся и говорим, период выхода на чистую прибыль в среднем точке 6 месяцев. Такое может быть. И при этом точка окупаемости не будет чем 1,5 года. Если, например, точка окупаемости одной точки будет 1,5 года, в первоначальных этапах мы вам гарантируем, что если превышает, и вы говорите, вот там точка на 1,5 года не окупился, я хочу, чтобы вы вернули мои деньги, мы с удовольствием это сделаем. Для больших форматов, да, точка, например, как бы окупаемости может быть до 30 месяцев. Для ресторанного, например, бизнеса 2,5-3 года это нормально. Но вы, как всегда, понимаете, для людей, которые входят на старте, будут предоставляться такие эксклюзивные условия, которые вам сейчас я озвучиваю, и мы можем это прописать в договорах и прогарантировать, например, вот такие вот вложения. Также мы не скрываем, при росте, при выплате всех расходов, всех затрат, мы будем зарабатывать 35% годовых. И это нас полностью устраивает, поэтому у нас даже здесь все прозрачно. А теперь переходим на гарантии. Первое.
гарантия от чистой прибыли, если точка минус и минус покрывает управляющая компания. Оформляем договор. В гарантии мы фиксируем, что сумма инвестиций не потребуется до вкладывания с, как бы, на точке. Да? Иногда бывает как. Например, ресторан открывает, а потом какие-то месяцы она уходит в минус, и инвестору говорят, соответственно, давай как бы довкладывай. В первом и третьем варианте мы фиксируем сумму инвестиций, и она не будет превышать той суммы, которую мы изначально на берегу с вами договорились. Третье – это гарантия на управление. Если инвестор не устраивает, например, управляющая компания, может ставить своих руководителей и работать по франшизе. Соответственно, если вы даже точку открыли, запустили по инвестиционной программе, у вас есть возможность работать как франчайзи-партнер, если вдруг по каким-то параметрам управляющая компания вас не устраивает. Четвертая гарантия – это когда, например, выбрали точку, и эта точка, допустим, да, самый плохой вариант, что она не пошла. И надо будет перенести эту точку в другую локацию. Да? Мы все расходы по переносу возьмем на себя. То есть оттуда не заберешь ремонт. Новое помещение мы сами сделаем ремонт. Соответственно, мы полностью перенесем. Это никаких затрат со стороны инвестора не потребует. Итак, пятая гарантия. Я уже вам проговаривал. Если мы с вами договорились о точке окупаемости, да, этой точки, с вами договорились, подписались. И если к этой дате не выходит, соответственно, мы вам возвращаем все точки, а точку оставляем себе. Все это оформляем договором и официально, юридически все то, что я сейчас проговариваю с вами, закрепляем, и все будет указано в наших с вами договорах. Мы уверены в своих компетенциях, мы уверены в своей концепции, и нам никакого труда не составляет все эти гарантии предоставлять вам и работать вместе с вами на условиях партнерства. В среднем открытие одной точки составляет 2 месяца от начала нашего общения до запуска точки. Эти условия, которые я сейчас вам озвучил, действуют определенное время только, и после этого, естественно, эти условия изменятся. Но пока они действуют, добро пожаловать, мы рады с вами обсудить все условия, показать изнутри нашу, как бы, компанию, каким образом, как бы, работаем, и мы будем очень рады, если у вас есть опыт 4, 5, 6 лет в ресторанном бизнесе или хотя бы год, и вы хотя бы понимаете, что такое, как бы, бизнес, и мы будем рады поделиться с вами своим опытом. Если вы хотите подробно узнать о компании, следите на моем канале, вот уже очень много видеороликов про Узбекери, мы открыто рассказываем очень многие, как бы, вещи, потому что все, что мы сделали, очень тяжело повторить, и если мы даже абсолютно все расскажем, очень многие компании не смогут повторить, потому что, знаете, посмотрите, вы сами поймете, почему. У нас каждый этап проработано до мельчайших деталей. Убедитесь в этом сами и развивайтесь вместе с нами. Давайте расти и развиваться вместе. С вами был Айбек Иксо с проектом Узбекери, гарантированными инвестициями, которые просто не имеют аналогов в мире. Всего вам хорошего, берегите себя и своих родных. Счастливо!